это просто то, что мы говорим друг другу о реальности. Разумные и безумец могли бы легко поменяться местами, если бы безумцы стали большинством. Вы обнаружили бы себя загородным, побитый войлоком палате, задающим себе вопрос, что же случилось с миром. Нет, со мной этого не произойдет. Произошло бы, если бы вы осознали вдруг, что все известное вам исчезло. Будет довольно одиноко быть последним человеком.